кофейня и пивбар два в одном. Надеюсь, можно будет попробовать фонды с пивом или пиво с фондом пива. Достаточно атмосферные, работают очень позитивные ребята, очень веселые, молодцы. А также у них интересное оборудование. Мы спросили, откуда оно, они сказали, что оно в Голландии. Совместимость двух форматов, кофейни и пивного бара, ну, спорный вопрос на самом деле. А еще особенность такая вообще в Германии, что они используют высококалорийное молоко. В основном у всех, даже в барне, мы вот только что были, 3,7% жирности. А на фермерское натуральное срок годности там 4 дня в среднем, но 3,7% жирности. В общем, место интересное. Если вы хотите, чтобы вам ваш парень попил пиво, а вы попили кофе, ну или наоборот, важно, то в принципе стоит отметиться.